Мотобол – особенный вид спорта. Большие скорости, падения, красивые голы. И в центре внимания, конечно же, игроки, не представляющие жизни без любимого спортивного действа. Насладиться всем этим можно, посетив игры, которые проходят в рамках чемпионата России по мотоболу. На 12-й игре побывала и наша съемочная группа, рассказывает Лариса Вольнова. Новости спортивного мотобольного сезона неутешительные. Чемпионат Европы 2014 года, который должен проходить в Тихорецке, официально отменен. К сожалению, политика вмешалась в спорт, и западные команды прислали, что они ввиду событий на Украине отказывают от участия в чемпионате Европы, проходящем в России. Они считают, что Россия воюет с Украиной, поэтому у нас военное положение, и решили бойкотировать тем самым участие в чемпионате. Что же касается 11-го тура чемпионата России, который проходит в настоящее время, здесь для видновской команды все складывается удачно. За все 11 игр наши мотоболисты не потеряли ни одного очка. В этом сезоне прошел Кубок России, проходил в городе Коврове, Владимирская область. «Металлург» занял первое место. Играли в финале с агрокомплексом. Неделю назад в Ставропольский край ездили и победили две игры. Были в Наурской, Чечня, Чечены, Грозный. Вот, возобновилась команда. Вы сделали удачно все, нормально, привезли 6 очков. Пока идем на первом месте. На 12-й игре, которая проходила 4 июля, встретились команды «Металлург» и «Агрокомплекс». Команда «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Молодая, хорошая команда, перспективная. Неплохая команда, она идет на третьем месте. Каждую игру капитан ставит команде задачу победить. Очередная игра не стала исключением. Правда, на этот раз соперник попался хорошо подготовленный, и «Металлургу» пришлось нелегко. Непростой соперник. 2 года назад с ними было гораздо проще играть. Сейчас команды подтянули свой уровень мастерства, и как бы нам тоже приходится попотеть. В первом периоде игра была даже на равных, что вызвало большой интерес у болельщиков. Сегодня прям отлично, хоть посмотреть, а то все 18-1, 15-1, а сегодня он, хоть агрокомплекс, немножко ребята настроились хорошо. А тренера поработали у них над ними. Интересно, интересно смотреть. Нормально ребята играют, достойно. А что сегодня интересно? Чуть-чуть было сопротивление «Металлургу». Во втором и третьем периоде преимущество все-таки оказалось у видновчан. В итоге «Металлург» победил со счетом 8-3. Игра проходит как бы напряженная, нервная, с первых минут жесткая. Мне улыбнулась удача, я забил гол, сравнял, и Иван Криштопа забил второй. Следующая игра состоится 16 июля в 18:00 на стадионе «Металлург». Здесь встретятся видновская и тихорецкая команды.